Радиационный фон находится внутри отсека, где находится ядерный реактор лодки. А по показаниям приборов, которые установлены на поверхности, на верхних палубах Курска, телеметрия показывает, что радиационный фон абсолютно соответствует норме. Что касается работы генерального прокурора и командования флота на лодке, да, они действительно сегодня осматривали лодку, еще раз ходили по корпусу, но основные работы, скорее всего, начнутся завтра. Завтра приступят к работе следственные бригады. Почему завтра? Потому что сегодня на корпусе лодки устанавливались специальные дорожки, специальное ограждение, по которым он покрыт резиной и довольно скользко, а погода здесь не совсем благоприятна. Потому что он произвел осмотр лодки, потому что он говорил с командованием флота, и сейчас надо дать возможность спокойно работать следователям, профессионалам, которые спокойно ходить, работники прокуратуры, для того, чтобы они просто